Итак, ребята, всем привет, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Final Fantasy VII Rebirth. Ну чё, мы там в прошлой серии в конце завершили очередной Форт Кондор, да? Я предлагаю, давайте, наверное, закончим с ним полностью. Почему нет, в общем-то, если да, и вот я тоже так думаю. Хочется уже посмотреть, что вообще будет, что за проторелеквию дадут, вот что мне хотелось бы узнать. И, получается, нужно куда сейчас пилить? Вот сюда. Мы, в принципе, можем это отсюда сделать, как бы, быстрее, да, или вот здесь, можно фаст-тревел. И еще мне сказали, что нужно прям к краю корабля подойти, тогда эта штука вся сработает. Давай проверим. Давай на Чокуба. Один момент еще скажу, я там в прошлой серии накосячил слегка, я забыл песню исправить. Короче, я уже потом тоже заметил, ну, типа, которую написала Кирие. Там, короче, ну, плохо, и я что-то как-то забыл поставить маркер, чтобы вы понимали, я просто, как бы, ну, скажем так... Когда это все дело монтирую, скажем, я... Подожди, куда я побежал-то? Спуск должен быть внизу. Когда я все это монтирую, я расставляю маркеры после уже того, как перевел и озвучил. Типа, вот это надо поменять, здесь надо поменять. И, короче, я забыл поставить маркер на песню и в итоге прошляпил ее на монтаже. Ну, просто это ускоряет процесс, так как, чтобы, типа, представляете, каждый раз пересматривать заново видео, что ли, чтобы все отыскать, поэтому расставляются маркеры. Там еще есть ряд нюансов, которые вам не нужны. Ну, короче, с песней я накосячил, но вообще, знаете, что я заметил? Во-первых, в перевод напихали повестки, потому что в японской версии этого стопудово не было. Точно так же, как и не было, знаете чего? Что у нас Роше, он немножко того, ну, любит мальчиков, да? Так вот, в японской версии, прошлой части ремейка, да? Там, получается, он клеился к Джесси, а не к Клауду. Но в английской версии его сделали, скажем так, поняли кем. И вот здесь совсем все это, я такой слушаю, считаю, думаю, что за херня, в смысле, как это понимать вообще? Так вот, я не пойму, с какой стороны нужно зайти? Типа, видимо, может быть, на той стороне, это что-то было, не? Не вижу. Вот, короче, сейчас давай с другой стороны зайдем, посмотрим, может быть, там что-то есть, на той стороне. Вот, и тут много чего переделали, там потом еще в боковых субтитрах появляются всякие странные диалоги между двумя женщинами, что, может быть, ты будешь встречаться со мной, если тебе Тоби не нравится, но я думаю, вы в прошлой серии это заметили. Ну, короче, там есть переводчик, зовут его Бен, фамилию я забыл уже. Его на Западе не очень любят, он занимается переводом финалок и всего остального, и он там постоянно косячит, постоянно херачит от тебятину, где-то жутко выдрачивает фанатов как финалки, так и... фанатов, по-моему, Kingdom Hearts он тоже, да, переводил, если я ничего не путаю. Могу ошибаться, но, короче, в общем, он там косячит постоянно. И получается, что я нашел? Там есть ошибка. В тексте, когда рассказывается про... Что-то я не вижу нифига. Вот мне сказали, типа, должно быть здесь. Короче, есть ошибка с этими... С наемниками. То они во множественном числе, то они в единственном числе. Помните этот квест, да? Где один из наших... товарищей просит найти наемника, потом выясняется, что наемники это не в единственном числе, а потом они становятся they, то есть они. Потом получается, когда он возвращается обратно, он спрашивает, что с наемником уже в единственном числе. Я слегка запутался в этом моменте. Уже не стал полностью все это дело менять. Но ошибки есть. Имейте это в виду, даже порой, когда вы видите какую-нибудь дичь. А, вот здесь. Когда вы видите дичь, сейчас, секунду, договорю, то это, скорее всего, ошибка локализации, это не моя ошибка. Там в боковых субтитрах очень часто встречаются эти проблемы, причем они с патчами выпускают правки в локализацию. Так что имейте в виду, если видите прям совсем дичь-дичь сбоку, то это не я. Это так и есть в оригинале. Когда вы окажетесь на особом живописном месте, нажмите на квадратик в главном меню, чтобы войти в фоторежим. После чего запечатлеете это величие на снимке. Как только вы будете довольны фото, поговорите со Снапсом, и он вознаградит вас за усилия. Ну, смотрим. А, типа имеется в виду вот так, да? Давай сейчас мы повернемся. А, типа все завершено? О, допустим. Все, мы это прошли. Просто давай-ка так бэмс. Ой, стой, не то. Вот так как-нибудь встану. Бэмс, бэмс. И все, да? Ну, можно типа на options нажать и сделать скриншот. Ладно, мы, короче, это сделали. Все, теперь это, видишь, отображается вот таким вот значком, что мы это типа выполнили. Хорошо. Теперь давай-ка мы переместимся куда-нибудь. А, тут придется по-любому ехать, да? Давай тогда отсюда, чтобы опять 20 раз не подниматься наверх. Мы сразу лучше отсюда рванем на Чокуба прямо туда, куда нам нужно.
Вот такие вот пироги. Все, я что хотел сказать, я сказал. Но потом мы пойдем по сюжету. Смотрите, ребят, я это видео опять же разбил там на сегменты. Сразу смотрите, если вам не интересен Форт Кондор, пропускайте его и переключайтесь на сюжет. Смотрите сюжет, как бы, да. Кто хочет смотреть все, смотрите все. Опять же, для вашего удобства все уже сделано. Потом еще надо будет, конечно, пройти как-нибудь эти испытания Чадли, которые там доступны, это раз. Потом нужно будет сгонять... А, все, ладно, потом. В первый регион, имею в виду. Обнаружен портал Форт Кондор. А теперь давайте рискнем, чтобы раскрыть правду об этом феномене. Да! В смысле нет? Что случилось с порт-реликвией? Мы разве не за ней пришли? О, да, конечно. Похоже, меня просто слегка охватило волнение. Вот блин. Ну ладно, давайте с этим покончим, пока этот парень нас не уболтал на что похуже. Приступаем. Это предпоследний Форт Кондор. Ну так, где бы я был, будь я прото-реликвией? Здесь. Ваша принцесса и сокровище ждет вас. Поторопись, мой герой. Он и правда думает, что мы не понимаем, что это он? Если да, то он сбрендил куда больше, чем я думал. Друзья, помогите нам. Капитан в смертельной опасности, и без него мы обречены. Все мы. В смысле? Мы лишь часть этой игры. Обычно мы просто торчим тут, на доске, и ждем, пока кто-нибудь не придет и не поиграет с нами. Но все изменилось, когда появился капитан. С тех пор мы можем сами перемещаться с места на место, как захотим. Я никогда не чувствовал себя таким живым, и это все благодаря капитану. Без него мы все равно, что мертвы. Ну и что будем делать? Не думаю, что нам удастся вернуть проторреликвию без капитана. Да, мы должны помочь им. Ну хорошо, приступаем. Ну, у меня что-нибудь новое появилось здесь. Так, аутпост, понятно, штаб. Может что-то поменять все же для разнообразия. Но это вот я после трибушет я оставлю, потому что эта штука пипец полезная. Элитный рейнджер, может его можно заменить как-то? Подожди-ка. Swap Formations, это не то. Как заменить-то? Есть кнопка какая-нибудь, отвечающая за все это? Тут можно вот менять, видишь? Что-то есть. Троих. Трое тоже. Короче, пускай будет, ладно. Это уже себя зарекомендовало. Давайте начинаем матч. Есть у меня одна идейка. Так, давай-ка мы сейчас сюда один трибушет. Потом сюда второй трибушет. Потом здесь ждем. Хорошо. Энфорсер. Теперь здесь элитный вангард. Клирик. Рейнджер. Клирик. Вангард. Типа. Рейнджер.
по сожалению, не получилось. Ладно, хорошо. Энфорсер. Будем сейчас призывать Клауда. Энфорсер. Энфорсер. Брейвер. Пошли зажигать. Сюда гоним рейнджера. Давай же, ну! Быстро сюда. Энфорсера. Рейнджера. Вангард. Есть, получилось, ура, на последних секундах. Хорошо, с третьей попытки получилось. О, мой герой. Эй, руки прочь, милая. Если так хочешь отблагодарить нас, то отдавай проторелеквию. А этого я, к сожалению, не могу сделать. Это мое сокровище, и только мое. Я не позволю вам, подлецам, забрать его. Капитан? Идем, мои верные приспешники. С реликвией никто не встанет у нас на пути. Мы построим себе империю. Капитан! Подождите нас, капитан! Вы куда? Вот же полигональный кусок говна. Он нас кинул. Слышал, что сказала кавалерия? Все началось с появлением капитана. Ага, тогда-то они обрели волю. И они были очень рады этому, разве нет? Так и есть. Я до сих пор помню вес цепей, которые держали меня в услужении Ходжо. И радость, когда кое-кто пришел и наконец-таки освободил меня. Неудивительно, что он стал символом надежды. Но даже так, мы не можем бросить этих ребят, не говоря уже о проторреликвии. Верно. Кстати, о ней. Вновь поймал ее сигнал. Отправь нам координаты. Хорошо, ладно. Осталась последняя, ну, типа, последний Форт Кондор, и мы закончили с этим регионом полностью. Что не может меня не радовать. Это где-то вот здесь, да? И как нам туда попасть, хотелось бы узнать, стоять. Это как-то вообще возможно сделать? Получается, это нужно как-то вот здесь проехать, или, может быть, вот тут? Что-то пока я не понимаю, как это можно сделать в принципе. У вас есть идеи? Может, как-то вот здесь проскочить, вот здесь поверху, вот так, сюда куда-нибудь, и в итоге вот сюда приехать? Ну-ка. Я же могу отметить, да? Вот, бэмс. И поехали сюда. Начнем отсюда. Сейчас что-то будем соображать. Это нужно, получается, вот туда подниматься, кажется, да? Хорошо. Чокоба. Надо было сразу чокоба выбирать. Или, может быть, здесь? Нет, сюда залезть нельзя, только вот здесь подняться можно. Ну, давайте пробовать искать путь. Это куда-то запихали, там даже ни разу не было, что самое интересное. Ну давай. Ну что-то я только не пойму. Ну вот, допустим, я вот здесь, хорошо.
И в итоге я все равно еду куда-то не туда. Может, вот здесь все-таки удастся проскочить? Где там остановка Чокоба была, да? Все это время. Просто как иначе-то, елки-палки. Вот она, остановка Чокоба. Хорошо. Тут есть очередной подъем, видишь? Но это подъем туда, где мы сражались с монстрами. Ну-ка, ладно, давай-ка наверх. Двигаемся в том направлении, и рано или поздно, я думаю, мы сможем выйти туда. Я, опять же, спецом не вырезаю, потому что я думаю, что я не один столкнулся с такой проблемой, да? Как нам найти нужное место? Поэтому весь путь вот он здесь. Ну, мы это уже все прошли, здесь были монстры, да? Ну-ка, вот тут. Ну, это спуск вообще в другую сторону, да, похоже? Но, по идее, нам сюда как бы и надо, да? Да. Давай-ка обходим здесь врагов. Высоковато, конечно. И вот смотри. Ой, стой, наверх. Это получается, подожди, мы здесь подняться не сможем. Нужно обходить вот так вот снизу, подниматься туда, что ли, я так понимаю? Или как это сделать? Очень странно. А что у нас вот там с той стороны, там какой-то другой подъем еще есть? Но мне нужно в другую сторону. Вон я его вижу, этот подъем, но я не могу до него добраться, я так понимаю, да? Или можно переплыть все-таки и подняться? Сейчас проверим. Вот здесь можно, да, перейти. Тогда интересно, что у нас вот здесь. Тут же целый вот кусок, смотрите, спрятан. Может быть, там какое-то еще очередное испытание, какое-нибудь секретное, или что-то потом появится, когда я пройду все в этом регионе. Какой-нибудь бонус, может быть, да? О, привет, остановка Чокобы здесь, смотрите, очередная. Отлично. Надо еще новые шмотки были, так этот, как его... получить для Чокоба и вообще переодеть ее, свою Чокобиху. Ну давай же, ну. Высоковато, однако, да? Давай. Есть. Мы на месте почти уже, я надеюсь, да? По крайней мере, куда-то мы идем. Поднимаемся и поднимаемся. Ну, там еще одно место было не использовано, помните? Я там находил его до этого. Опа, вот мы на месте, да, кажется? Но это типа нифига, напротив должно быть. Да вы что, угораете что-то? Я нифига не пойму. Опа! Это типа зона интереса. Но это не то, что нам надо было. Ёлки-палки, не туда пришел. Ну, хоть что-то новое нашел, смотрите. Ну, это не то, ничего интересного. Пройдено. Это, конечно, очень все замечательно и здорово, но ты погоди. Вот с этой стороны можно, кажется, спуститься, да? Или нельзя? Блин, что-то я заблудился здесь. Ну, то есть нужно на другую сторону. Вот здесь нужно, по идее, подниматься. А мы перебраться как-то можем вообще на другую сторону? А, вот тут еще можно выше подняться. Наверное, так и надо. Капец, они запрятали. Это что-то с чем-то. Во, переход на другую сторону, и мы, кажется, на месте. Ура, наконец-таки. Что-то я кого-то слышал только что. Или мне показалось? Показалось. Это моя Чокобиха. А вот что-то есть. Нам нужно вниз. Вот. Угу. Какой-то материал, видимо, нашли редкий. Эфирный лучок. Подготовка завершена. Ожидаю. Приступай, как будешь готов, Клауд. Если туда вернемся, то придется еще раз сразиться с капитаном. Я не против. Давайте еще раз его взгреем. Ну все, ладно, я готов. Только сейчас проверю только. Все здесь. Нам, типа, больше ничего не спрятано. Не, все нормально.
Ну тогда приступаем. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, получится сразу. Это империя капитана? Прошло много лун, больше, чем я могу вспомнить, с тех пор, как я начал свои поиски. Но сокровища все еще ускользают от меня. Я не обрел ничего, кроме одиночества. Вы что творите? Отойдите. Мы никому не позволим навредить капитану. Будьте уверены, мы не отступим. Ну и ладно. Если хотите драться, давайте. Ага, сейчас будет какая-то жесть. Самый сложный, наверное, будет Форт Кондор прямо сейчас. Интересно, дальше будут еще? И, наверное, знаешь, что я предлагаю? Вместо Клауда можно же поставить Барета, да? Так, подожди-ка, свап. Как же там, как же я менял-то в прошлый раз, елки-палки? Я забыл, какая там кнопка? Ну, это хорошо. Это вот информация, я понимаю. А, вот. Пускай Барет и Тифа, я думаю, будут в этот раз, да? Трибушет. Все, у него что есть, сейчас посмотрим. Да, мне трибушет понадобится однозначно. Просто мне интересно, а трибушеты у нас где-то что-то есть? Баллиста две штуки. Баллиста бесконечная, вот это мне нравится больше. Три клирика, трибушет. Бесконечное количество. Я думаю, это нам сейчас пригодится, да. Начинаем. Давай! Да ты прикалываешься, ну я так близок был. Да все, то есть это мы просто по времени не успеваем. Да, да капец, ну что это такое? Ну который раз такая хрень? Вот не хватает считанных секунд, чтобы эту тварь одолеть. Ну то есть, ну что это такое? Обида. Так, короче, шуруй. Это сам разберется, ничего страшного. А, что так, слишком далеко поставил? Блин, баллисту слишком далеко поставил, да прикинь. Ага, слишком далеко, да твою ж за ногу, нужно было чуть левее, ладно. Ничего, это еще поправимо. Да ты охренел? Очень даже хорошо. Сейчас нужно Барета еще призывать.
Давай быстрее, ну! Да куда? В смысле, что ты отодвигаешь, придурок? Так, мы уже близки, теперь быстро вот сюда. Очень даже неплохо. Энфорсеров сразу элитных. Ну если мы сейчас не за это самое, то это будет вообще трэш. Чё они там застыли, я не пойму. Есть, получилось, ну охренеть, слушай, что-то прям жесть. Что-то прям в этот раз было сложно, но это была последняя, ну не знаю, попытка, наверное, пятая. Вернулась туда, где и самое место. Капитан. Время этого мира и всех, кто в нем, подошло к концу. Ага, но эй, по крайней мере, можно сказать, что мы уходим красиво. Это точно. Было весело. Спасибо, что поиграли с нами, друзья. Возможно, когда-нибудь мы еще встретимся на поле боя. Ну, если у нас будет время. Ну прям тяжко, конечно, капец. Все время что-то шло не так, и вот последние вот моменты самые меня выбешивали. Что оставалось там буквально чуть здоровья, и время заканчивалось. С возвращением. Вы все молодцы. Спасибо. Похоже, аномалия Форта Кондора исчезла вместе с капитаном. Из-за чего, к сожалению, мы так и не смогли узнать, кто он. Замечательно. Это последний раз, когда мы видели кавалерию? Не обязательно. Я придумал альтернативу. Но мои усилия меркнут перед тем, что сделал их капитан. Позволь представить вам улучшенную модель Форта Кондор. Оптимизировав операционную систему боевого симулятора под внутренний процессор, я улучшил когнитивные функции юнитов и расширил операционную свободу. При условии, что они примут опциональное обновление, конечно же. Благодаря обновлению Чадли в Форте Кондор теперь доступен сложный режим. Идеальная сложность для тех, кто желает настоящего испытания. О нет, спасибо. Надеюсь, что при следующей встрече они будут на нашей стороне. Эй, придержи у себя. Главное, береги, понял? И что это нам дает, просто интересно. Все завершено, хорошо. Дали трофей. Ага. Что за... Свободная душа дрейфует в пустоте времен. И лишь к этому мосту она может пришвартоваться. Капитан? Та вещь, что ныне в твоих руках, обладает силой, которая за гранью твоего понимания. Ты отдашь ее мне. Нет. Ну ладно. Тогда я заберу ее у тебя силой. Ты и правда достойный воин. Я ясно это вижу. А я никогда не ошибаюсь.
Ну раз до этого дошло... Отступаем! А? Слушай, ну это забавно. Ну вот они реально постарались над какими-то наградами, которые ты, да, получаешь. Как раньше, там, катсцену какую-то показали, там, всякие бонусы, плюхи, шмотки и так далее. То есть прям реально видно старались. И это вообще офигеть, я такого не видел уже очень давно. Клауд! Клауд! О, слава богу, я переживал. Что только что? Я не мог тебя засечь. Хотя это было не очень долго. Но если бы что-то с тобой случилось из-за меня, я... Ничего не случилось. Все нормально. Точно, прошу прощения. Мои эмоции взяли верх надо мной. Напугал тебя, да? Может, ты питаешь слабость к нашему солдатику? Засек раздражение. Причина — насмешливый тон голоса Барретта. В общем, не переживай. Я бывал в ситуациях и похуже. Хорошо. Но несмотря на это, я сделаю все возможное, чтобы улучшить меры безопасности. Слушай, ну это прям класс. Так, хорошо. Предлагают получить еще, как его, пройти еще на хардмод. Давайте потом, пока я не хочу. Ладно. Ну это было круто. Честно, мне прям очень понравилось, и реально награда интересная за все вот это. Какая-то катсцена, скорее всего, это будет босс, потому что я помню, в 12-й финалке этот был секретным боссом. Забыл, как его звали. Ну, мечник, понятное дело, но как-то, по-моему, что-то такое было в 12-й финалке, насколько я помню. Может быть, это вообще персонаж, который из части в часть перемещается, скажем так, да? Что у нас еще осталось? Здесь осталось, получается, какой-то запрос мастера лягушек. Давайте, наверное, мы это тоже пройдем, чтобы, скажем так, уже все окончательно завершить изучение этого региона. Да, а тут еще, получается, два квеста есть. Тут, видишь, 3 из 5 пройдено. Ага. Или пойти по сюжету пока. А пошли по сюжету, ладно, хрен с ним. Сейчас, секунду. Немножко по сюжету, потом еще пройдем с Эдой. Какая разница? Все, идем. Она, по идее, должна быть неподалеку. Там еще у нас есть кровь королевы, один матч, но это попозже, опять же. Что там еще вон, это что такое? Снэпс. А, ну это да, это который фотограф, точно. Может до него тоже зарулить, посмотреть, что он скажет. Хотя, ладно, потом уже, потом. Хочется сейчас уже просто сюжет посмотреть, потому что, блин, ну уже реально мне прям интересно. И я не могу, понимаешь, каждый день играть, и хочется все захватить сразу, но все не получается. Поэтому будем постепенно сейчас все это, конечно, пытаться... осилить? Эй, о чем вы думали, отправляя лосося обратно одного? А он вообще в нас нуждался? Он рванул, как угорелый, только лапы сверкали. Итак, как там мой сын? У него все в порядке? Да. Ты так и будешь делать вид, что это все было на самом деле не ради Клэр и ее малыша? Яблоко от упертой яблони упало недалеко, это уж точно. Хм, ну не знаю. И если вы закончили острить, то мне пора за работу. Забавно. Типа, даже еще сценка есть после задания выполненного. Ха-ха, прикольно. Мне нужно, по идее, вниз вот туда. И там мне как раз-таки подскажет присыл, что делать. Я тебя понял. Несемся, сломя голову. Нам куда-то вот сюда. Подожди, стой, где? А, вот она. Не заметил ее, пробежал мимо, блин. Привет, ребята! Мы говорили с Юфи. Она сказала, что ты можешь показать нам способ подняться. Конечно, с радостью. Но на самом деле, это Юфи его нашла. И если верить ей, то этот танкер – самый быстрый и простой способ подняться в город. Видите? Эта будка наверху – на самом деле комната управления. Значит, мы можем превратить корабль в лифт.
Кому-то придется опустить его, а потом поднять со всеми остальными. Но как же нам добраться до комнаты управления? Высокое напряжение? Ага. Им стоило написать, лезть запрещено. Так получается, мы застряли? Не с мистером Дельфином. Вы представить не можете, что он умеет. Например, как когда мы встретились. Понимаете, я пошла поплавать совсем одна. По крайней мере, думала, что одна, но потом... Сквик-сквик! Я услышала этот забавный звук. Это все очень здорово, но мы торопимся. Эй! Нам очень жаль, правда. Но мы вернемся сразу, как только закончим. А потом ты можешь рассказать нам эту историю. Договорились? Ладно, пообещай. Ты что, раньше этого не делала? Моя рука, твоя рука, бам! О, поняла. Круто. Ладно, что теперь? Теперь мы попросим мистера Дельфина подкинуть вас. С его помощью это будет легче легкого. Ладно, кто из вас хочет полетать? Ну, у тебя на лице все написано, наемник. Похоже, это я. Отлично. Дай знать, как будешь готов. Ага, ну как в оригинале, тоже там была забавная мини-игра. Давай. Нас предупредили, что мы какое-то время не сможем вернуться обратно в регион Джунон. Ну ничего страшного. Мы еще все успеем. Интересно, как они здесь изменили эту мини-игру. Вот там, видишь, какие-то стрелки появились. Это, видимо, типа... А, намек. Подожди-ка, там был сундук? Нет, это не сундук. Ну там потом надо будет все изучить. Опять же, вернемся, не переживайте. Просто хочется сюжет. Направьте мистера Дельфина на пляжные шары, которые он так любит, чтобы воодушевить его и ускорить. Если достаточно быстро проплыть до цели, пока не истечет время, он сможет подкинуть Клауда к комнате управления. Давай, Клауд, у тебя получится. Ну, поехали. И что надо делать? А, типа нужно не касаться, просто типа бэмс. А, зачем я это делаю? Ладно, хорошо. А, типа тут можно еще управлять гироскопом, ну его нафиг. Так. Ой, сорян, мистер Дельфин. Нам сюда. Потом налево, направо. Черт! Эй-эй-эй! Косяк. А? Куда дальше? Направо. Да капец, как это пройти? Не успел, ну капец. Давай, Клауд, у тебя получится. Ага, 10 раз. Просто, ну, как-то странно немножечко. Я пока теряюсь. Надо сейчас разобраться, где здесь что находится. Не успел. Давай. Косяк, ладно, ничего страшного. Есть, получилось. Во, все, наконец-таки. Отличная работа, мужик.
Не, ну забавно было, но как-то немножко странновато мне показалось в первый раз. Типа не совсем понятно, куда там что рулить, что собирать. Глаз не цеплялся ни за что толком. А потом во второй раз уже получше получилось. Ага, очередная мини-игра, да? И никто, главное, не видит, понимаешь, из Шинры, что что-то происходит, какой-то движ. Охрана не появляется. Ну, мы уже, в принципе, к этой дурости привыкли уже, я думаю, да? И перестали обращать на нее внимание. Это фантазия, все. Фантазия наркомана Намуры, все. На этом мы сойдемся. Ладно, доплывете на этом. Корабль недалеко, так что окажетесь там в мгновение ока. Если не утонем по пути. Осторожно! Ты очень помогла, Присцилла. Да без проблем. Ну, мальчики и девочки, и песик. Увидимся. Развлекайтесь. Эй, наемник, мы готовы подниматься. Теперь поднимаем их. Клауд! Увидимся наверху. Джунон. Смирно. Ну, красивые КЦ, но не всегда они были красивые. Прям видно, денег не жалели вообще. Теперь нам осталось добраться до... своих товарищей. Ну, пойдемте потихонечку. Не, ну круто, конечно. Жалко, что на самом деле вот новости были недавно. Говорят, что Rebirth в продажах что-то очень плохо себя показывает. Говорят, хуже даже, чем 16-я финалка. И это меня на самом деле дико печалит. Что реально это пока что, наверное, самый крутой, интересный, открытый мир. И, по крайней мере, один из лучших. Давайте так это опишем. Потому что, ну, столько всего. Столько контента, столько разнообразного, столько мини-игр. Столько наград за все это. То есть, действительно, полезных. И как-то обидно, что вот люди старались, и как-то вот, видишь, получилось, как получилось. А вот ты где. Пойдем.
здесь ничего пока не наблюдаю. Ладно, поднимаемся. Вау. Охраны меньше, чем я думал. Может, они больше переживают за парад? Похоже, кое-что изменилось. Теперь у них есть дела поважнее. Как по мне, так даже лучше. С другой стороны, размер города затруднит поиск ребят в мантиях. Ну, они точно не здесь. Пойдем в город. Хорошо. Аэродром Джинона. Вы знаете, что это? Хайвинд, гордость Шинры. Самый быстрый и высокотехнологичный корабль во всем воздушном флоте. К черту лодку, давайте улетим на нем. Ну, если у тебя есть обученная команда и навыки пилота, но если нет, то придется на лодке. Печально, это было бы идеально. Эй, нам выбирать не приходится. Ага, и нам куда? Нам вообще, по идее, куда-то туда нужно, в ту сторону, но я думаю, что нас не пустят на плац. Скорее всего, прогонят, да? Нет, пока никто не прогоняет. Заметьте, тут какие-то левые люди бегают, им вообще пофиг. Это такой японцы такое могли придумать. Ну, пошли куда-нибудь сюда. Красавчик, такой самолет. Не, ну очень круто. Визуально мне прям нравится это все. Ну, нам, типа, показывают, вообще в другую сторону нужно идти. Ну-ка, подожди-ка, я здесь пройти не смогу. Там камера, я смотрю, у нас есть, да? Сейчас. Пускай они там договорят. Нет, оставим их в покое. Пока. Войдите. Прибыл посланник из Вутая, направленный сюда наместником Саруфом. Оу. Он представился как полковник Глен Лодброк. Ладно. Я думал, ты мертв. Тогда ты правильно думал. Давайте перейдем к делу, мистер президент. У наместника и вашего покойного отца были большие планы. Я полагаю, вы будете им придерживаться? Верно. Рад слышать. У некоторых людей не хватает смелости начать войну. И эта битва за Магнус Материю требует совместных усилий Вутаи и Шинры. Спасибо, я в курсе. Но мой отец мертв, а это меняет ситуацию. Требуется новое видение. Ты всегда предпочитал все делать по-своему. Это новое видение включает в себя эту сказочную землю обетованную. Вы, Шинры, все берете и берете, а взамен не даете ничего.
доверить этот мир вам, и вы оставите после себя лишь пустую оболочку. Но война наведет порядок, породив злобу, опустошение, ненависть. В конце концов, возникнет единство. Люди омолодятся, и планета снова станет едина. Мы делаем все это ради высшего блага, но всегда нужно знать, когда стоит притормозить. А теперь послушай. Ты это начал, помнишь? Хватит играть в праздного преемника. У тебя есть обязательства, которые ты должен выполнять. Давай дадим народу то, чего он заслуживает. О, точно. Прежде чем я уйду, послание от наместника. Поздравляю с вашей инаугурацией, мистер президент. Шинру ждет светлое будущее. И на такой ноте я с вами распрощаюсь, ребят. Продолжение в ближайшие дни, так что будьте активны. И, в общем-то, тыкайте пальчики вверх, комментируйте, подписывайтесь на канал, на телегу подписывайтесь. Там новости канала, подписывайтесь на Twitch, там трансляции, на второй канал, там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублем, это помогает ему оставаться на плаву и развиваться. Можно подписаться на Boosty платно, и там куча эксклюзивов еще вас ждет. Там сейчас закончился Robocop Rogue City, там сейчас идет Alone in the Dark 2024 года. Можно через Donation Alerts поддержать, тоже буду премного благодарен. Все ссылочки в описании, всем спасибо, всем пока.